Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру Бравл Старс. Привет! С нами играет Така. Это я. Ну что? Поехали. Поехали, да? Значит, давай столкновение играем в парное. В парное столкновение. Давай. Все, нажимаем. Вот. Столкновение. Готово. Готово. Все, сейчас все играем. Загружается. Все команды против друг друга. Все, здесь, смотри, есть ящики такие. Их надо разбивать. И там такие зеленые бочонки выпадают. Ты берешь зеленый бочонок. Забирай. И у тебя увеличивается жизнь, хпшка. А, мы с тобой вдвоем здесь ходим? Да. Вот смотри, видишь, зеленое облако такое. Много облаков. Да, нельзя туда подходить, это ядовитые облака. Они будут все сгущаться и к центру, будут приближаться все к центру. Мы играем против нескольких команд, таких как и мы. Их, кажется, было 10 команд. Вот, и сейчас... Что нужно собирать здесь что-то? Ну, вот эти надо будут ящики собирать, но ну, здесь будут это противники, надо будет противников тоже убивать. Можно спрятаться вот в кусты. Вот ты заходишь в кусты и прячешься, тебе и уже становится не видно. Но мы друг друга видим, как бы, а другие враги, как бы, да, враги, можно сказать, они не видят. О, этот идет, Эль Примо. К нему нельзя подходить близко, он бьет с близкого расстояния. Надо, вот смотри, видишь, что делать. А его можно убить? Да. Так, смотри, меня убили. Теперь убегай от него, ага. О, молодец, ты его убила, молодец. Так, все, убегай, они сейчас тебя убьют. Увидишь, у меня 15 секунд целых, чтобы восстановиться. И пока, если кого-то убивают, напарника, то нужно ждать 15 секунд. Чтобы он восстановился и можно было... Ну что, играть снова тогда, нажимаем играть. Давай, снова. Далее. Ага, ты вышла, нет? Нет. Угу. Играть снова, да? Да, давай, ага. Вот, смотри. Команды против друг друга. Сейчас посмотрим, сколько там команд. 5 команд всего лишь. Так, сразу мы берем ящики, открываем. Вот. Мне не получается. Ой. Все, ну, короче, вот еще один ящик стоит. Я хочу его взорвать. Вот ящичек. О, так, тебя убили, да? Ладно, сейчас подождем. Так, за мной этот идет. Дурачок один. Так, ну мы его сейчас, сейчас мы его убьем. Так, я вернулась. Вот, давай этих убивай, этих гадов. Я не смог, не успел. Четвертое место, ну ничего страшного. Что, играем снова? Угу. Видишь, у нас еще герои не сильно прокачаны. Поэтому. Так, здесь мы очутились. Так, сейчас посмотрим. Вот ящики, ящики. А бочка? Нет, бочка это просто так, для красоты стоит. Все. Вот еще, смотри, стоит, где бочка. О, не бочка, а этот. Сундук. Иди ко мне. А, нет, все, ладно. Так, давай это прячься, есть еще в кустике. Надо рядышком друг с другом ходить. Вот ящик какой-то стоит в паутине. Это ящик? Да, это ящик. Это ящик. Это о, смотри, гад, а. Вот этого надо. В ящик стрелять. Да, ты этот ящик, это не сундук, это просто и коробка. Все, меня убили. Третье место. Видишь, у нас сила не такая сильно прокачана, поэтому нас быстро убивает. Ага. Но мы потихонечку прокачиваем опыт, прокачиваем наших героев, так сказать. Ну и сами опыт набираемся, угу. Чтобы играть. Потихоньку. Да. Вот. У тебя есть...
твой супер это вызов медведя. Вот, поэтому ты можешь вызывать медведя, и он будет нам помогать. Как-то так. Вот видишь ящик, где нарисован этот самый замочек? Вот он нужен. Я взяла один. О, молодец. Ты берешь и автоматически он на нашей команде, как бы, видишь. Сейчас у тебя два, да? Угу. Вот, потому что я взял. Вон, иди ко мне в кусты, прячься сразу, потому что вон там ходят. Ходят, видишь, бандиты. Ух ты, видишь, она меня нашла, гадина. Убила. Почему так? Вот почему так они быстро убивают, а? Все, сиди там, сиди там. Не ходи там, сиди. Сиди там. Жди меня, 4 секунды еще. Хорошо. Все, мы остались, команда на команду, прикинь. Все, я восстановился, все, сейчас будет команда на команду. А вот всё. Это что за напиток там? Не знаю. Хочешь, возьми. А то ты рядом, да? А, да. Блин, успел я нажать или нет? Ну, у них какие-то это прокачанные, конкретно прокачанные эти самые были. Короче, смотри, я сейчас это выйду, я поменяю себе. Не возьми Кольта, возьму другого, возьму. Так, ну-ка, выйти. Я сейчас другого героя возьму. Кольта я не хочу. Я возьму Шелли. Шелли возьму. Могу... Кстати, я могу, могу Ниту взять, такой же, как и ты буду. Как хочешь. А, невозможно начать игру одинаковых бойцов. Блин, ладно. А, хорошо, давай возьму Шелли. Все, готово. Угу. Сейчас попробуем. Так, ну что ж, я жду тебя. Как нужно идти? А у меня ничего нету, здесь только выйти кнопка. Ну, нажимай выйти, конечно. Нажимай выйти. Угу. Потом нажимай, я тебя пригласил парное столкновение принять. Готово. Все. Загружаемся, ждем. Вот, смотри, сразу сундук. Давай, ты этот бери, а я, который выше. Ай, я врезалась в дерево. О. Давай же, давай. Не получается его разрубить. Вон еще, смотри, целых два стоят. Сейчас мы эти еще возьмем. Если мы, у нас будет много, мы много наберем сундуков, у нас здоровье будет большое, и нас тяжелее будет убить, понимаешь? А ты не можешь меня убить или можешь? Нет. Все, пойдем в кусты, спрячемся пока. Когда мы в кустах, мы становимся прозрачными, но нас не видит противник. О, какая-то газировка. Сейчас я возьму ее. Может быть, это сила? Может Жизнь? Быть. Может пока быть. Пока будешь, идут. О, три команды осталось, три команды. Вон они ходят, стреляют. О, кто-то, видишь, кто-то медведя вызвал. Вон. Я не вижу. Опа! Отлично. Блин, откуда ты вылез, а? Мне предупреждение вынесли за то, что я не двигалась. Блин, какая-то гадина. Ну, давай, стреляй в него, стреляй, Юлька. Вот, все, молодцы. Да, да. И чё? Мы выиграли с тобой, при нем мы всех уничтожили. Ничего себе, я не ожидала. Всех, мы хотя бы один раз выиграем. Ну, блин, наша команда выиграла. Классно. Вот, как бы Шелли я получше немножко играю. А что там было, предупреждение какое-то? Я не знаю, что там мне... Да, за то, что я не двигалась. Ага. Что, даже если ты в кустах, нужно двигаться немножко. Ага. Понятно. Так, ты согласилась? Да. Все нормально. Эх. Как это волнительно. Ага. Так, смотри, все команды против друг друга. Все, идем. Так, давай туда иди, наверх. Наверх. Или ладно, ладно, смотри, где лучше. Я пройду здесь через кустики. Блин, вон. Ладно. Так, а почему не стреляю? Ух ты, ух ты, ух ты. На, забирай. Ах ты гад, смотри. Меня убили, короче. Неожиданно причем. Да. Не в том месте, не в том время. Как-то на нас все напали.
Да, как-то в этот раз быстро все напали. Ага, да. Так, нужно сразу смотреть, где находятся сундуки. Ага. Вот там уже бойня. А, гранату на меня кинули. Ага, а, вот это сейчас гад. Блин, да, гады, гады. Они забрали, забрали наши гранаты. Сволочи. Ладно, подождем. Нужно сидеть в кустиках или бегать? Ну, надо этот, стрелять их, гадов вот этих нафиг. А я не вижу тут никаких гадов. А, вот он. Есть, убил я его. Он меня тогда забрал, гад, и я теперь его убил. Видишь, здесь как бы команды надо смотреть, они когда будут мочиться против друг друга. Так, 4 команды еще. Давай вот этих разносим нафиг. Ух ты, все, убил я, нет, а нет, вот все. Нормально, убили мы, молодцы, алло. Вообще разнесли их. Ты видела? А у тебя супер нету, да, желтой такой кнопки? Да нет, она почему-то не заполняется никак. Ты должна попадать в врагов, когда ты врагов будешь попадать. Вон враги идут, внизу, внизу враги. Давай, давай, давай. Давай, вызывай супер, если у тебя есть. Нет, есть, ура, Мишка вышел. Ой, я увидела напиток. Быстрее, быстрее. Все, все. Время закончилось? Нет, мы выиграли. А, мы выиграли? Да, я последнего там мочил, мочил с медведем, короче, выиграли. А ты за напитком пришла? Да, я не успела добежать. Все, молодцы, выиграли. Хорошо, прям так удачненько. Выцепили. Ох, два раза уже выиграли. Нормально. Ты там нажала? Да. Угу. Хорошо. Хорошо. Все, идем, смотрим, где у нас здесь. Так, наверху вообще ничего нету, блин. Надо куда-нибудь вниз идти смотреть. А, вот, смотри, вижу. Вот, давай, помогай мне его разрушить. Вот, видишь, вдвоем хорошо. Смотрим еще где, что. Так, я это врагов вижу. Враги, враги. Враги, вижу, вижу, вижу. Давай, через себя давай. Блин. Вот они чем-то сильным стреляют. Ну, блин, а, все, у меня жизнь закончилась, да. Они у них прокачаны просто эти свои, как его, персонажами, это кажется. Третье место, но все равно нам дали немножко денежек. Играть снова. Все равно что-то, да, мы заработали. Хорошо. Так, вот сундук. Давай. Открываешь его? Если получится. Ну давай, вот. Все, получилось. Все, у нас отлично. У нас два сундука мы открыли. Пошли дальше открывать. Вот, смотри, я вижу сундук. Вот, надо его открыть. И, короче, смотри, у тебя сейчас 4800 жизни, да? Угу. Вот, и сейчас будет больше, 5200, видишь? Да. Вот, это потому, что мы сундуки собираем. Вот еще один, да. Давай. О, 5500, видишь? Чем больше сундуков мы соберем, тем более, как бы, неуязвимыми становятся, что ли. О, вот. Смотри, что там творится. О, видишь, а бандюки. Появляется новый бандюки. Герой, да, какой такой пузырик? Наверное. О, столкновение, все, сейчас мы... Подожди, сейчас посмотрим. Иди ко мне поближе. Вон, вон идут эти гады, которые мощные, сильные. Сверху? Да. Короче, надо еще рядом, рядом не находиться сильно близко друг к другу. Потому что когда они мочат, они... Всех двоих. Да. По идее, один должен сверху и снизу быть вот так вот. Так, этот убежал, смотри. Вон там я вижу. Вон она. Давай я буду сверху, а ты снизу, давай. Поехали. Все, мы его сейчас мы ее заделаем. О, видишь, убили. Вот такая тактика хорошая. Ура! Смотри, давай вниз. О, блин, смотри, что творится. Есть Мишка, Мишка, Мишка. Все. Выиграли? Да. Классно. Видишь как? Ну, мы есть, мы общаемся, да. У нас свое преимущество, что мы можем общаться друг с другом. И нас, как бы...
Они-то, они не могут сказать, давай ты вниз иди, ты давай вверх. Ну, они же тоже со своей командой. А, они все разные, мы потому что просто вместе. Да, ну, по идее, там у нас преимущество в этом плане, что мы с тобой вот сидим и общаемся еще. А они могут просто зайти в интернет, как бы, с первым попавшимся. Вот, давай, пошли искать. Вот, смотри, вот здесь я уже вижу сундучок. А, я не вижу что-то никакого сундучка. О, здесь кладбище. Ага. Ворота. О, интересно, через ворота нельзя пройти? Все, там газ пошел. Аккуратно. Вот, смотри, видишь, эти ходят, два дурачка. Давай, 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 давай. Ай. Ох, меня убили. Так, давай это аккуратненько, смотри, чтоб... Убегай, убегай куда-нибудь. Страшно. Так, я не успел восстановиться. Да много секунд оставляют. Много. Все, я согласился, так жду. Еще раз поиграем сейчас. Ты должна сразу искать сундук. Хорошо. Чтоб нам каждый по сундуку открывал. Вот, смотри, слева сундуки стоят. Вот, ты видишь? Побежали. Побежали. Все, давай. Давай, ты этот бей, а я тебе буду открывать. Ой, кто-то... А, это ты... Так, что у меня не получается стрелять? Так, вот Эль Прима стоит. Он открывает. Давай. Я его сейчас попробую зафигачить. Все, я его убил. Так, блин, а меня убивают, сволочи. Ладно, спрячься где-нибудь. В кусты вон, иди. 11 секунд, 10, 9. Вот стой, стой в кустах. Ага, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас я появлюсь. Все, я появляюсь. Хорошо. Все, отлично, пойдем. Напиток бери. Ага, ты где там? Я вот. Давай наверх, наверх, наверх. Сейчас газ там идет. А что такое столкновение? Это значит, остались только мы и еще одна команда чья-то. Вот идут, смотри. Вижу, вижу. Не получилось. Вообще. У тебя ни разу не получается еще пока медведя, да, выпускать? Ну, у меня не набегает. Угу. Так, играть снова. Так, это все. Так, давай, значит, я наверх иду, слева где-нибудь посмотрю. А, я вон, смотри, наверху, да, наверху. Справа. Угу. О, эти, видишь, тоже дурачки стоят. Убивайся. Так, все, меня убили. А ты сейчас прячешься. Каким-то сильным стреляет. Ну. Получается, прям минус одно. Да. А, место пятое. У нас забрали даже трофей. Ну да, трофеи забирают. Как приходят трофеи, так и уходят они, да, бывает так. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Будем заканчивать серию. Давай. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока-пока. Пока.